Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала! Сегодня утром у меня случилось радостное событие. Моя хара Элка опять расцвела. Это ее второе домашнее цветение. Она была куплена в июне этого года с цветоносиком. Он отцвел. И потом она цвела в сентябре, и вот она сейчас опять расцвела. Ну, божественный цветок, скажу я вам. Очень божественный цветок. И имеет запах такой пряный у нее. Я не могу его ни с чем сравнить. Настя сказала, что пахнет пластилином Джой для детей. Он такой запах имеет приятный. По мне что-то такое пряное. Она, конечно, чудо, чудо из чудес. Я ее очень люблю. Она сидит вот в таком маленьком стаканчике, вот в закрытой системе. У нее, посмотрите, там вот мох пророс. Такие даже цветочечки маленькие. Вот здесь цветулечечки. Вот так вот красиво. Вот здесь тоже у нее. Вон у нее корешулечки. Вот у нее корешочек. Вот так вот она замечательно сидит. Вот у нее корешочки. Ну, размером она, если кто-то имеет представление о хараэллах, в ширину она. Вот так в ширину. Так скажем, она имеет 7 сантиметров, в высоту 4 сантиметра. Цветочек у нее размером сантиметр на 1,4. Даже не 1,5 сантиметра, 1,4. Я померила. Ну, вот такая божественная. Она как леденец. И как леденец, и как мармелад. Я вообще не знаю, с чем ее сравнить. Она божественна. Вот такая она классненькая. В моем содержании, в моем уходе она вырастила вот эти вот два листочка. Вот видно их. Вот они новенькие листочки торчат. Вот такая красавица. Живет она вот там вот на стеллаже, вот на той полке. С малышами. И очень ей это нравится. Вот такая вот. Люшечка, Люлюшечка. Вот рекомендую вам, кто хочет иметь вот такого экзота прикольного, покупайте хараэллу. Она вас будет радовать. В прошлый раз, кстати, она у меня цвела на 2 цветоносика. У нее было 3 цветочка. Сейчас у нее вот... А вот у нее вот еще будет. Вот вижу. Вот еще у нее будет цветочек. Моя умничка маленькая. Да. Так что такая вот красотулечка. И у меня сегодня утром расцвела тилансия. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Вот такая вот она красавица. На днях я показывала посадку этих тилансий. Вот в такой тоже стаканчик. Он немножечко повыше, чем вот этот вот стаканчик. Они малыши, тиланти. Там у меня, значит, 3 вот такие вот пробочки от шампанского. Камушки симпатичные. И я решила ее не опрыскивать. Не очень мне нравится это все опрыскивание. Я вообще не люблю прыскать. Прыскать в редких очень случаях прыскаю. А я вот так вот ей наливаю чуть-чуть водички вот на дне. И замечательно все. Вот я смотрю по состоянию листиков. Вот здесь вот. Вот здесь вот мне нравится вот эта часть. Она позеленела. Так вот как бы налилась. Все мне нравится. Так что вот теласька моя вот так вот будет жить. Потому что мои условия не подходят для блоков и для
Вот просто так там на сетке или что-то еще. В мох я тоже ее сажать не хочу. А вот таким образом, как бы приближенный к природным условиям. Вот так вот. То есть, как бы она и воды не касается, и в то же время у нее постоянная влажность, чтобы у нее вот эти вот зелененькие листики не пересыхали. У нее постоянно оттуда снизу идет влага. Потому что я сегодня пришла с работы, форточки закрыты, на улице минус 14, и батареи так шпарят, как будто вот просто, я не знаю, у нас здесь крайний север, и на улице минус 50. Батареи укрытые полотенцами, и на них стоят поддоны с водой. 28% влажности. Но это ужасно просто. Так что я сейчас буду просто ходить монотонно и увлажнять вот везде, где только можно. Я буду раскладывать мокрые полотенца. Принесу в комнату сушилку для белья. Тоже на ней что-то такое большое. Я не знаю, покрывало какое-то намочу. Потому что это просто нереально. Вот я сейчас сижу, у меня даже вот кожа пересыхает. Но это... Моэк, конечно, работает на славу. Потом они с нас берут за это никому не нужное отопление лишнее, бешеные деньги. Моэку слава и почет, в кавычках. Потому что все жалуются. Дышать просто невозможно. А открывать форточки, приоткрывать, это значит погубить растения. Потому что я так вот вечером иду с работы и смотрю, у нас уже на фасадной стороне дома мои окна выходят на фасад дома. Уже 4 окна с подсветками. И на одном окне видно, что на третьем этаже выращивают рассаду. Естественно, окна открывать, форточки открывать нереально, потому что это сразу погубить растения. Ну, в общем, вот так вот. Так что у меня сегодня радостное событие. Я буду рассматривать ее, очень ее люблю рассматривать, хотя казалось бы, здесь же не композиция, что здесь рассматривать, но я обожаю все свои мини, там сортовые, не сортовые, мне очень нравятся вот такие вот мини-вариации. Есть, конечно, у меня в задумках еще приобрести пару-тройку видов, но это уже весной. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Я и мои малышки-красавицы. И желаю вам всего доброго, крепкого здоровья, радости и благополучия. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.